Мебиусы наконец оправились после бегства от зергов и устроились на новом месте. Вот он, Тифон. Неплохо выглядит, а? Да, сенсоры показывают... Подождите. Что за... Интенсивность излучения звезды подскочила на 500%. Никогда такого не видел. Погоди, Мэтт. Что это значит? Это значит, что через несколько часов звезда взорвется и превратится в сверхновую. А до тех пор планета будет охвачена волнами огня. Огонь. Почему всегда огонь? Есть и хорошие новости. В этом районе у нас значительные запасы провизии, поэтому вам не придется строить хранилище. Ну, хоть что-то. Итак, где наш артефакт? Вот здесь. Прямо посреди целой тучи протосов. Мы можем перемещать мобильные здания, чтобы не попасть под волны огня. Все, что не сможем увезти, придется разбирать на материалы. Ты что, спускаться туда собрался? Не дрейфь. До взрыва солнца еще несколько часов. Тогда давайте заберем артефакт и смоемся, пока эта ваша королева клинков не заявилась. Солнце захватил? Свон, сейчас не лучшее время для шуточек. Да не горячись ты. У меня для тебя очередной подарок. Банши. Девочки обучены истреблять наземных противников и маскироваться умеют. Ты их полюбишь с первого взгляда. Протосских пушек. Они засекают замаскированных банши. Прекрасно. Подтверждаю. А теперь ставим базу и начинаем охоту за артефактом. Приказы будут? Задавим их интеллект. Внимание! Приближается огненный фронт. Входящее сообщение. Джеймс Рейнар, мы давно ждем тебя. Теперь ты заплатишь за сквернение наших священных реликвий. Черт, только не эти талдаринские живчики. Совершенно не умеют вовремя остановиться. Режим готов. Готов.
Пристройка завершена. Месторождение минералов выработано. Не кричи! Прием! Выкладывай! Месторождение минералов выработано. Как скажешь. Месторождение минералов выработано. Только свистни. Вижу все по-взрослому. Кого подлатать? К трудовым подвигам готова. Давай, удиви меня! Так точно! И что теперь? Месторождение минералов выработано. С трудовым подвигом готово. Ложись! Куда летим? Говори. А? Чего пугаешь? Месторождение минералов выработано. Жду не дождусь. Не молчи. Время действовать. Месторождение минералов выработано. Волна огня в опасной близости от базы. Требуется немедленная эвакуация. Долдаримы заняли удобную высоту на востоке. Было бы неплохо выбить их и перенести туда нашу базу.
Что стряслось? Улучшение. К трудовым подвигам готово. Провожай. Хватит. Выкладывай. Скорую помощь вызывали? Есть работенка. Да. Пошло-поехало. И что теперь? Садись, прокачу. Выдвигаюсь. Сигнал получен. Скорую помощь. Меня на все. Мы теряем время. И что теперь? Молчи. Кого подлатать? Эй! Пристройка завершена. Ожидаю приказов. Передавайте координаты. Улучшение завершено. С удовольствием. Что происходит? Ожидаю приказов. А! Чего пугать? Приказывай, командир. Я тут. Куда летим? Приказывай, командир. Система функционирует. Трудовым подвигом готово. Подтверждаю. На выход! Провожающие, покиньте салон. Не молчи. Ясно. Слышимость отличная. Передавайте координаты. Приказывай, командир. Тягу на полную.
Огонь совсем близко, сэр. Необходимо срочно передислоцировать строение. От солнца захватил? Свон, сейчас не лучшее время для шуточек. Да не горячись ты. У меня для тебя очередной подарочек. Банши. Девочки обучены истреблять наземных противников и маскироваться умеют. Ты их полюбишь с первого взгляда. Берегись протосских пушек. Они засекают замаскированных банши. Точно. А теперь ставим базу и начинаем охоту за артефактом. Выкладывай! Да? Я уже заждался! Приказы будут? Внимание! Приближается огненный фронт. Входящее сообщение. Джеймс Рейнар, мы давно ждем тебя. Теперь ты заплатишь за сквернение наших священных реликвий. Черт, только не эти талдаринские живчики. Совершенно не умеют вовремя остановиться. СМ готов! Месторождение минералов выработано. КСМ готов! КСМ готов! Что происходит? Месторождение минералов выработано. КСМ готов! К трудовым подвигам готово. Кому навешать? КСМ готов! СМ готов! Месторождение минералов выработано. К труду.
трудовым подвигом готова. Недостаточно Виспена. Время действовать. Месторождение минералов выработано. Ложи! К трудовым подвигам готово. Достаточно минералов. Вижу все по-взрослому. Ожидаю приказов. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Куда летим? Задавим их интеллектом! Будет сделан! Что ищешь? Меня на всех хватит! Улучшение завершено. Ну да, конечно. Ожидаю приказов. Тревога. Волна огня в опасной близости от базы. Требуется немедленная эвакуация. Талдаримы заняли удобную высоту на востоке. Было бы неплохо выбить их и перенести туда нашу базу. Подвигом готово. Что? Выкладывай. Начинай. А? Чего пугаешь? Выдвигаюсь. Приказывай, командир. Координаты получены. Вектор движения задан. И что теперь? Сделаю, командир. Передавайте координаты. Тягу на полную. Система соединения активирована. Боевое построение. Есть.
дождусь. Что происходит? Буди! Я тут. Сделаю, командир. Долдаримская база удобно расположена. Нужно вытеснить оттуда протосов и занять их позицию. Приказывай, командир. Координаты получены. Боевое построение. Вектор движения задан. Тягу на полную. Координаты получены. Тягу на полную. Долдаримов ликвидирован. Теперь мы можем занять их место. Жертвы наших воинов были не напрасны. Мы с радостью отдадим жизни, лишь бы приблизить твою погибель. База атакована. Кто-нибудь вытащит меня отсюда! Да, внимание! Куда лететь? Турбина на полную! База атакована. База атакована. Приказ поняла. На помощь! На помощь! Слышимость отличная. Поняла. Прекрасно. Так точно? Куда летим? На выход! Готов!
чего пугаешь? ТСМ готов. Что стряслось? Пристройка завершена. Пристройка завершена. Пристройка завершена. ТСМ готов. ТСМ готов. Месторождение минералов выработано. Орен на связи. Готов к работе. Месторождение минералов выработано. Кораблю требуется поддержка. Без промедления. Приступаю. Подтверждаю выполнение. Понятно. Корабль следует приказу. К трудовым подвигам готово. Лев на связь. Волны вперед! Месторождение минералов выработано. Так точно! Прием! Месторождение минералов выработано. Говори. Месторождение минералов выработано. Из огня до полымя. К трудовым подвигам готово. Еще бы. Я уже заждался. Есть работенка. Каков приказ? К трудовым подвигам готово. Анализ зоны конфликта. Атакую. Требуется помощь.
Игра приостановлена. Ну это что? Куда летим? База атакована. База атакована. Артефакт у нас. Пора убираться отсюда. Мы будем преследовать тебя по всей вселенной, Джеймс Рейнор. Даже если мы убьем тебя 1000 раз, это не искупит твоего бессмысленного святотатства. Сэр, мы в точке встречи. Контакта пока нет. Похоже, корабль Мёбиусов еще не прибыл. Странно. Они никогда не опаздывают. Сэр, сюда телепортируются корабли Доминиона. Во главе флагман Менгска. Пресвятая мать-заступница. Их щиты отключены. Подозрительно. Мэтт, подготовь стыковочный отсек. Командир, это не самый разумный шаг. Ты хотел свою революцию, сынок? Вот и получай. Посмотри на меня, Арктур. Посмотри в глаза своей смерти. Моего отца здесь нет, командир. Я Валериан Менгск, владелец фонда Мёбиуса. И ваш наниматель. Назови мне хоть одну причину не убивать тебя. Я могу предложить вам то, о чем вы всегда мечтали. Шанс спасти Сару Керриган. Артефакт, части которого вы собирали, создан Зелнага,
Используя его, я смогу построить приспособление, которое обратит вспять действие мутации, превратившей Керриган в королеву клинков. Вы единственный человек, который знал королеву клинков и до сих пор жив. Вам известна ее тактика и стратегия. И я знаю, что вы рискнете всем, что у вас есть. Лишь бы вернуть прежнюю Керриган. Сэр, вы серьезно решили заключить сделку с Валерианом? А мне по нраву эта затея, Джимми. Керриган превратится в человека, получит пулю промеж глаз. Ты, наконец, избавишься от своего прошлого, а заодно и целое состояние получишь. Давай не будем забегать вперед, Тайкус. Атака на чар — это самоубийство! Вы готовы всех нас в расход пустить, лишь бы спасти свою подружку? Здесь нет места личным интересам, Мэтт. Дело не во мне. Это единственный стоящий шанс, который у нас есть. Я не собираюсь его упускать. Ну так как поступим, Джимми? Вернем Керриган или все-таки закопаем? Это уж мне решать. У вас обоих достаточно работы. Займитесь ей! С вами Кейт Локвилл на канале UNN. Военные аналитики Доминиона растеряны и приятно удивлены тем, что, несмотря на частые стычки с зергами в пограничных мирах, натиск пришельцев на сектор Доминиона ослабевает. Это потрясающе, Кейт. Значит, наши парни все-таки потеснили зергов. Разумеется, Донни. Но существует также мнение, что все это время зерги что-то искали в наших мирах. И либо они достигли желаемого, либо оставили поиски. Возможно, истинной причины мы не узнаем никогда. На этом наш выпуск подошел к концу. Ты знаешь, к кому обратиться. Thank you.